Первый раз историко-литературно-краеведческий конкурс «Храмы России» провели в 1992 году. Инициаторами стали мурманские писатели во главе с Виталием Масловым. Главная цель этого конкурса – приобщить молодых людей к истории родного края, к изучению поэзии, к изучению творчества наших мурманских писателей и, конечно, знания истории. Ежегодно конкурс собирал более 200 школьников из Мурманской области. А со временем о нем заговорили и в других регионах страны. Однако после 15-летнего юбилея литературный турнир проводить перестали. Разные причины. Во-первых, не стало Виталия Семеновича Маслова, который был инициатором, вдохновителем этого конкурса. Ослабела поддержка властей по разным причинам, опять-таки. И прекратился... То есть не то, что были какие-то конкретные решения чего-то, а просто не было людей, которые готовы его толкать. И вот сейчас «Храмы России» вновь сподвигают юных писателей и поэтов Севера вдохновиться историей, культурой и пейзажами Кольского Заполярья, взяться за перо и творить. Итоги подведут в День славянской письменности 24 мая. Лучшие авторы получат памятные подарки и отправятся по самым красивым местам Мурманской области или даже России. Данил Скуратов, Павел Третьяков, ТВ 21+.